Всем здорово, ребят! Ну что, продолжаем трэш и теперь начинаем разбирать видос по полочкам. Я вам просто скажу, я не буду даже выкидывать там скрины. У меня эти все скрины есть, я уже говорил. Я никогда, в прошлый раз князь там пытался, кидал скрины, я сказал, я даже не буду. И тут то же самое, я вам просто объясню сейчас нюансы, моменты, которые, ну, может, многие не поняли. Но я просто покажу, как человек еще раз доказывает то, что он реально просто пустозвон и балабол. Итак, первое. Сейчас даже вот посмотрю. У меня эти все переписки, что они там готовили, мы это все уже кидали. Я сказал, я даже не буду кидать скрины, не буду даже писать. Просто запишу видео для подписчиков. Итак, человек пишет, что я не выходил месяц на связь. Кто сидит в телеге, кто мне пишет в телеге по поводу роллингов, просто так, все прекрасно знают, что я там есть каждый день, отвечаю, я стараюсь каждый день. Максимум там бывает, если за пара там, либо не какая-то информация срочная, я отвечаю по возможности. Но никогда не месяц. То есть я всегда отвечаю по фактам. ВК я сижу реже. До ВК мы сейчас даже дойдем. В итоге получается какая-то нестыковочка. Я месяц, даже не месяц, а 3 месяца не хочу, чтобы мне не отдавали деньги. Странно. Ну ладно, поехали дальше. Наступает 6 октября, и человек пишет, ну, никого не смутило, что перед этим стоят восклицательные знаки? Я вот просто не понимаю, неужели сложно было почистить? Я вам объясню одну тему. В мессенджерах есть возможность удаления сообщений. Для тех, кто не знает, с одной и с другой стороны сразу. То есть все, что ты пишешь, ты можешь удалить. Вот объясни, и всю переписку можно удалить, и то, что тебе пишут, ты можешь удалить. Какой смысл ставить восклицательный знак, писать «ну»? Вот мы сейчас дойдем до этого, ну, до этого скрина мы сейчас дойдем. Оповещений у меня в телеге нет, не заметила. Сегодня утром захожу. Теперь давайте разберемся. Я писал до этого не один раз. Как ни странно, ответа нет. Почему-то человек заходит в сеть и просто не читает, игнорит, оповещений нет. Ладно, игноришь. Есть нюансик, моментик, я вам тоже о нем расскажу подальше. Я надеюсь, князю донесут наконец-то правильные скрины и покажут. И вы зайдете потом в Telegram мой канал и посмотрите скрины. Это тоже до этого дойдете и поймете, кто просто вот балаболит не по сути, не по фактам и вообще не знает, куда встревает и кем просто воспользовались опять и доказали еще зависть. В общем, поехали дальше. Так, это то, что писали, заходим на скрин. Вот. Итак. Уже раньше выписали сбольки, готовы вернуть денежку. Переписку как-то не странно, но вот дальше идет вопросительный знак и ну 6 числа. До этого переписки никакой нет. Странно как-то. Ну, там даже говорилось, что я там кидал счет и не хотел. Я написал ну и потом я не отписывал целые месяца, там 2 месяца, сколько там, 3 месяца прошло, я вообще не отписывал, игнорил. Ну как-то не странно. Пишет человек, я не ожидала, и через 2 минуты приходит ответ. Блин, ну как так? Ну вот как так я мог ответить сразу же? Я же должен через месяц ответить. Странно, то есть как-то очень-очень нескладушка. Целый месяц не отвечал, и тут ответил через 2 минуты. Совпадение, ну, наверное, я просто вот просто совпали так звезды. Где переписка остальная? Вот нахрена кидать то, чего вот реально вот нафига мне писать, ну, восклицательный знак, где переписка вся до этого? Нет, странно, а тут сразу же отвечаешь, а там не отвечал. Ну, это такое, поехали дальше. По поводу откатов. Был видос, я уже сказал, на каком-то канале, там кисель или как, его что-то странно сразу же удалили. Вот мне очень странно, почему удалили, потому что опять же пошла дезинфа, что идут откаты.
Потом что-то здесь этого не затронули, хотя об этом писалось, есть куча информации именно от этих людей. Опять же, в видосе этого нет, но как-то странно. А по поводу... Дальше идем. Куча скринов. Вот, самое интересное сейчас начнется насчет планшета. Объясняю. Еще раз объясняю. С любого устройства можно выйти дистанционно, если этого люди не знают. Я могу выйти со своих аккаунтов, где они зареганы, свободно. То есть я могу выйти, и вот такой вот скрин будет, что с устройства вышли. Это раз. Во-вторых, если вы начинаете предъявлять за какое-то устройство, чего вы уверены, что это я делал? Вот устройство Украина Samsung Tab S. И дальше начинается самый прикол. Для тех, кто в танке и кто там начинает рассказывать за VPN-ки, за прочее. Я живу в Украине, это все знают. И VPN в Украине давно используется. Я его использую для входа в ВК, чтобы общаться, потому что у нас все заблочено. Я не настолько тупой, чтобы 3 месяца не отвечать, морозиться от того, чтобы мне отдали деньги, а потом просто слить аккаунт. В чем смысл, где логика? Я мог это слить еще раньше, до этого мы дойдем. Сейчас мы просто выловим крысу с этой гильдии и зайдете в телегу, просто почекаете балабольство и поймете, в чем суть, в чем просто вот видос, просто ни о чем сделан, 48 минут, по сути, клеветы. Заходим дальше. Идем дальше, дальше, дальше. Короче, с этим я понял, что здесь просто переписки всей, как обычно, нет. Заходим дальше. Атака фортов. Мне предъявляют за видос атаки фортов, который был 4 августа. Август, сентябрь, октябрь, 2 месяца. Ребята, которые мне пишут и кидают аккаунты, и кидают повторно, знают прекрасно, что я всегда отписываю. И говорю, скиньте мне свои аккаунты опять, потому что я не сохраняю ни переписки с данными, ни аккаунты, я все чищу после коллекционеров. Всегда это знают все. И тут мне кидают за 4 августа. Ребят, камон, за 4 августа. Опять хрень. Опять нестыковка. Нет у меня этого аккаунта. Но это все фигня. Поехали дальше. Самое интересное, вот именно тут уже, который я вот думал, что видос заснимет Рылев. Тут я хотел больше его потроллить. Ну, заснял князь, и вот теперь самый сок, еще доказательство одного, что кто-то реально балабол. Заходим дальше. Так, где там? Есть там такой лидер Вадимка, который кинул скрин, но не кинул весь скрин. Не кинул он весь скрин. Почему? Почему ты не закинул там, где ты просишь прорекламить гильдию, и где я четко тебе нормально отвечаю, говорю, я не рекламлю гильдию, которая должна деньги, не рекламу этого человека. Как-то странно, человек тоже пропадает. Просто вот пропадает и ни словом, ни духом он даже ей не сказал. Это ж вице-лидер гильдии, и он не сказал лидеру по поводу того, что она должна деньги. Просто человек тоже сливается. Просто слился. А я не хотел деньги. Я просто не писал никому. Я вообще просто вымораживался. Это знала не только она, это знали все в гильдии. И они сейчас вот пытаются вот этой хренью облить грязью. Окей, ребят, заходим дальше. Вот, не сливался, вы что, охренели? Этот скрин есть на 35-й минуте. Зайдете просто к нему, и пусть он вам скинет скрин раньше, когда он просил прорекламить гильдию, и как я ему ответил, и что я ему ответил. Пусть скинет, не морозится. И Санек, тебе тоже напиши ему, пусть тебе скинет скрин, где было еще раньше сказано про то, что они должны деньги, и я не буду рекламить. И нормально сказано, и никто ничего, никого не пугал. Я сказал это, все нормально, я забил на это все. И удалил это все давным-давно. Хотите поднять срач? Ну, давайте, камон. Сейчас будет по фактам. Ребят, заходим на 40-ю минуту. Да, на 40-ю. Насчет гильдии. Насчет гильдии.
Я в свою телегу, она есть в описании, просто вам скину скрины переписок того, что вам это видос сделал просто балабол, который не разобрался даже ни в скринах, не поинтересовался. Есть моя телега, можно было написать, узнать. Во-первых, вы видите на скринах явную переписку насчет того, кто кого пытался переманить. Там даже сказано, я пытался ее вернуть обратно, переманить. Нахрена? Нахрена мне это все надо? Я давным-давно сказал, что мне как бы все равно. Это даже узнал на стриме, мы сидели, играли, что они просто ушли из гильдии. Я этого даже не знал, даже не писал. По фактам, вот реально, если задели гильдию, просто по фактам, скиньте переписку, вот где говорят, что переманывали. Я писал, хотел вернуть там топ-10 человек назад обратно в гильдию, что у нас лидер, как он сказал, школьник, вообще там взрослый человек, и в гильдии все сидят взрослые. Странно, странно. По поводу, самое интересное, внимательно почитайте по поводу переписки атаки фортов, которая вот была на этих выходных, куда никто не пришел. То есть это есть доказательством того, что это было вот. И по поводу битвы гильдии, где князь сидит и балаболит и говорит, у них было несколько битв гильдий, у них зависть, они им проиграли, у нас не было ни одной битвы гильдий. На скринах видно, как вице-лидер этой гильдии переписывается и со своими же словами доказывает, что битвы гильдий не было, была только атака фортов одна, на которую, по сути, я даже не ходил, никто вообще не ходил, и как бы я даже не разбирался, кто там был на той битве гильдии. То есть есть скрин, на котором явно сказано от вице-главы, который преподнес информацию, и опять же очередное доказательство того, что балабольство и очередное вранье налицо. И вот мне интересно, пусть теперь, Санек, теперь запиши видос. Вот пусть тебе Вадимка скинет скрин, где я ему ответил по поводу, не вот тот, который тебе скинули ниже, то, что было выше, где просили прорекламить гильдию, где я сказал нормально, что я не буду рекламить, потому что должны деньги, и забил. Где они просто морозятся после этого. И ответь по поводу скринов в телеге, вот не поленись, зайди и ответь насчет того, что ты сказал по поводу битвы гильдий, что мы там с ними играли, проиграли, мы их переманываем, у нас зависть. Вот просто ответь, как пацан, вот за свои слова. Вот ты вот сидишь, вот тупо. А, еще StreamCraft, почему он стимит на StreamCraft? А вот тебе вот реально, вот тебе не пофиг. Ты сидишь, снимаешь там какие-то свои видосы, снимаешь. Вот. Почему такая вот зависть? Вот мне вот интересно. И обоснуй вот то, что ты сказал в видосе после 40-й и со скринами по факту. И с теми, и внимательно пересмотри те скрины, которых ты уже показал, личную переписку. Почему там стоят восклицательные знаки, слово «ну», а до этого ничего нет. И как же так, что я захожу, отвечаю сразу в телегу? Как-то ну, не стыковка. Вот сложно было подумать. Я думал, этот видос заснимет Рлёв. То есть он как вроде говорят, что он там в гильдии тоже находится, и он к этому имеет отношение. Они там пугали первым Рлёвым, что Рлёв заснимет. Странно, видоса нет. Какой-то Киселёв там заснял, потом удалил, наверное, тоже разобрался в переписке. Вот. И внимательно посмотри скрины, и теперь обоснуй себе, всем своим подписчикам, которые там агрятся и не знают насчет своих слов по поводу гильдии, по поводу того, кто кому завидует, по поводу скринов, по поводу того, как IP выйти с аккаунта легко, если у тебя есть доступ, логин, пароль, выйти дистанционно, это просто запросто. Это все прекрасно знают. И что, по сути, мы имеем? Никаких фактов, вот реально, ты мне там, вот факты, у меня эти все переписки есть, я их мог выложить, я даже этого не стал делать, потому что оно мне нахрен не надо, я давным-давно сказал, что я на это все забил, и теперь получается, опа, ты впрягся, а теперь просто отвечай за то, что ты сказал в видосе, посмотри на скрины и попроси всю переписку. Надеюсь, тебе это поможет разобраться во всем, и ты хоть немножко включишь мозг и начнешь вот соображать, что ты вообще снимаешь.
Вот. А больше всего, ребят, улыбнул пост в группе замковладельцев Castle Clash, где сделали репост данного видоса по поводу того, что я там типа унизил ютубера в глазах подписчиков. Камон, ребят, у меня самый информативный на сегодня по битве замков канал. Это все знают прекрасно. То есть, что куча зависти и куча каналов, которые имеют больше подписчиков, но ни хрена сделать не могут. Это все прекрасно знают. И у меня стоит вопрос, кто кому завидует, кто что делает. Хотите пиарить, пиарьте дальше. У меня адекватные подписчики, и все прекрасно знают, как я отношусь к своим подписчикам, и как я с ними общаюсь, и что я делаю. И в итоге у меня за каждый месяц сделано больше, чем с вами, чем у вас всех вместе взятых, там, за года. Поэтому то, что вы начинаете тут устраивать, этот вот разбор, он слил аккаунт. Так вы сначала посмотрите на свои пруфы, вы сначала подумайте, не будет ли потом вам закинуты предъявы за эти пруфы. Вот я просто скину скрины в телегу, и князь, вот просто посиди, посмотри 40-й минуты свой видос, внимательно пересмотри то, что ты тут рассказываешь, и почитай скрины, и попроси в Димке все скрины, которые были еще до этого, что я ему писал по поводу рекламы гильдии, как ты сказал, тебя просили, ты запросил большую сумму. Да кто тебя там, какая сумма, о чем речь, у тебя просмотров даже нет нормальных. Просто попроси, пусть скинет тебе скрин, где я еще раньше им сказал, и они даже не написали. И пусть переписку внимательно, когда вы теряете переписку, хотя бы могли бы все удалить и по-правильному скинуть. Вы просто палитесь. Она заходит, у нее нет оповещений. Странно. Тут она заходит, я пишу, она все знает. Вот как-то нестыковка. Вот изначально на первом сообщении у меня не стоят оповещения. Тут я захожу, у меня стоит про откат денег. Где логика? Человек сидит каждый день в телеге. Вот просто вот. Я вот не знаю, я больше снимать на эту тему даже видосов не буду. Я просто пруфы выложу в Телеграме. Вы посмотрите, адекватные, нормальные люди, школьники там будут бомбить, писать. Вот там, у меня все на канале нормально, у меня все good, поэтому бомбите дальше, пиарьте дальше и копайте себя дальше. Но это ваше дело, князь. Ты в очередной раз, как и в прошлый раз, доказал своим подписчикам еще один раз, кто ты и что ты. Все, ребятушки, внимательно смотрите. Всем удачи, всем пока.